Вот этот уровень очень прикольный, но это только один такой. То есть тут есть серия из 4 уровней, и там только одна разновидность. Вот, тут, короче, нужно клюшкой, то есть все остальные уровни по 4, а вот это уровни по одному только. Вот, то есть тут у каждого в руках кувалда. И вырастают из земли грибы, нужны грибы долбить. И за каждый гриб получаешь очки. Но есть золотые грибы, которые дают больше очков. И, то есть, гриб появляется, через определенное время он исчезает, ну, скажем, секунд через 10. И вот чем дольше гриб будет оставаться на поверхности, тем больше ты очков получишь, когда его забьешь. То есть, если он только-только появился, да, ты получаешь 2 очка. Чуть подольше подождешь, 5 очков. А если ты его стукнешь, когда он уже совсем исчезнет, ну, перед тем, как он исчез, если ты успеешь, да, то ты получаешь тогда 10 очков, по-моему, так. Короче, чем дольше ты ждешь, пока гриб остается, тем больше очков. Во. 2 очка. Сейчас я подожду. И 3. Да, тут еще есть спецпредметы. Вот в ящичках. Босоножки, то есть ботинки, это ты быстро бегаешь. Вот золотой гриб. В принципе, тут нужно просто быстро бегать и все грибы избивать. Вот. И вторая способность — это молния. Молния — это такой, она создает круг, во, который определенную площадь может сбить. 5. Золотой гриб. Блядь, я не успел, сука. Во, я молнию взял. Сейчас золотой гриб появится. Во. Не, я слишком рано, можно было подождать еще. Вот. Кнопкой квадрат ты бьешь. Блять, я 3 раза подрыв. Вот. Но если кнопку квадрат держать, потом отпустить, то ты усиленный удар. О. Я проиграю сейчас. То есть, если ты держишь, потом отпускаешь, то усиленный удар такой, бах. Так. Золотой. Отлично. Нужно подождать, конечно, пока он побольше вырастет. То есть, пока он дольше будет. Вот он. Я уже не успею. Красный максимум дает 5 очков. Так, 2. Золотой. Только хуй успеешь, блядь. Если только он рядом с тобой появится. Мне нужен золотой, иначе я не выиграю. Отлично, я успел. Все равно я проигрываю. Сука, блядь. Но это тоже как повезет. Я помню, у меня как-то было то, что золотой гриб несколько раз подряд прямо около меня появлялся. Конечно же, я его разбивал и выигрывал. Это как повезет тоже. Сука, на. Во. Сейчас подожду. Сука, блядь. Видите?
хотел подождать, и этот придурок его разбил. Ты херня этой. Сука, блин, как он так быстро бьет? Я так быстро не могу бить. Опять я проиграю. Короче, ну вы поняли, да, что это за хуйня? Видите, все меньше и меньше грибов со временем. Золотой. Блять. Взял 15 очков. Ха-ха. Вот потому что я сейчас золотой гриб взял, вот я и выиграл. Видите, как повезло. Давайте я вам покажу теперь измененную версию этого уровня спецзадания. Ну, тут вроде бы чё, вот эта вот взрывная волна, когда ты держишь кнопку, потом отпускаешь, бьешь. Вот. Тут вроде как бы, я помню, в подсказках было написано то, что эта взрывная волна, она может тебе как-то помешать. Не знаю, но в чем это заключается, я так и не понял. Потому что никогда я как бы не понимал, сколько раз играл. Обычная игра и все. То есть я не понимал, в чем разница. Может быть, сейчас пойму. О. Вот он ударил меня взрывной волной. И чё? Не знаю. То есть, как бы обычно я играю. Блять, я хотел пройти к золотому грибу, и этот придурок меня в сторону отодвинул. Видите, обычная игра, в принципе. Какие тут изменения, я не знаю. Ого, у него 53, смотрите. У второго. Я уже не выиграю, надо было золотой брать. Видите, какие тут... Какое тут изменение? Обычная игра. Хули, блин, не знаю. Не успею уже. Ты рядом прям с грибом стоял и все равно промазал. Пипец, вот иногда такое бывает. Рядом стоишь и все равно промахивается. У нас еще время есть, ну, вот, то есть как бы каждого уровня, видите, 4 разновидности, это ящики, на медведях толкаться, это клетки закрашивать, ну, это хуйня, вот это мечи отбивать, это танки, вот это на маленьких машинках, и вот серия уровней по 4, но они все разные, вот я показывал вам вот этот, вот это бочки сжигать, бочки с порохом. Вот это на драконах, я уже показывал, это где мечи нужно кидать. То есть не мечи, а драгоценные камни нужно кидать в мишень. Вот, а тут нужно шары лопать разноцветные. Ну это тоже херня, блин. Неинтересно. А вот это прикольно, вот это я вам сейчас покажу. Вот это точно. Тут спецзадание очень прикольное.